Итак, здорово, чуваки. С вами Бодрейник Дестройер, продолжаем проходить DLC, последняя к игре Evil Witch. Че можно прокачать-то, бля? Другой можно казнить. А, 30 надо, да. А тут что? 80. Хуеси, 70 монеток нужно для передвижения. 70 монеток. Хочу движ прокачать. А думаешь, да. Да ладно, хотя нахуй надо, ебать. Пошли сразу вперед. Че останавливаться? Директива Мебиуса 04. Директива Мебиуса 04. Ликвидирует подобного CB204. Детектив. Деградация памяти вашей дочери замедлилась, однако Стэм продолжает подчинять себе оставшихся подопытных. Единственный из них, кто по-прежнему находится в доме, это детектив CB204. Получить доступ в соответствующую зону и ликвидировать его. Дополнительную информацию в настоящее время мы не можем с определенностью утверждать, что смерть подопытного и устранение его влияния предохраняет память о деградации. Остается вероятность, что на память подопытных влияет некий неизвестный фактор. Следует проанализировать паттерны перемещения девочки и уделить особое внимание неожиданным феноменам. Контрольная точка. Тут FPS даже проседает, ебать. А вот там вот эти есть, как они называются-то? Вазочки, они рыснулись? А куда закрылся? Ну сегодня FPS получше, в прошлый раз хуже был. Что, дурное что ли, да? Аптечка нам не нужна, у меня есть. Может, в этой вазе что есть? Нет, ничего. Вот в этой по-любому монеты будет. Да, блять, ударим. Нет? В этой тогда. Да ну нахуй. Я так понимаю, тут нычки есть. Не успел. Еще десятку не хуясь. Нормально. Тут чё? Зомбач. Лично. Никаких записок нет. А, вон еще нет. Получено достижение. Ну, нужно уничтожить мозг. Прикольно. Где еще-то? Не открывается? Да. Зомба где-то был. С этой стороны нет ничего. А вот здесь дверь, которую мы засосывали. Она что, зомби что? О, блин.
чувак. Нормально. Так, ну сюда я успею зайти, а что тут дальше? Надо все зашарить. О, что это? Дневник дочери 6, и все-таки как я сюда попала. Очень хочу вспомнить, но не могу. Кажется, я лечился, но почему нам с папой это не нравилось? Он говорил, что Рубин может мне помочь, но сам ему не верил. Все равно надо попробовать. О, мышка. Блять, ударил. Это еще дичка. Отлично. Есть тут еще что? А тут что находится? Нихуя, он может пролезать, нихуя себе. Прикольно. Что тут есть-то? По-любому тоже монеты должны быть. Ну да. Very good. Так. Короче, если еще надо две монеты найти, и можно будет прокачать этот... Как бы вам... Бег. Вернуться. Да ты дура, бля. Стоп. А, я уже нашел монету. Ну, осталось только прокачаться, бля. О, еще монет сами. Отлично. Мышка, еще десяточка. Блять, прям прет тебя. Ой, блядь. Как тебе обойти? Нормально. Ух ты! Да, блядь, сдохни, нахуй. 100 монет охуенно. Нет ничего. Да, нет ничего. Еще куда-то лезут, понял, блядь, что надеется сделать. Нет нихуя. Отлично, пойду прокачаюсь. 100 монет. Бег нужен, мне не нравится, он медленно бегает. Ну-ка. Где он? Куча, блядь, под знаками вопросов, куча всяких хуйня. Да, 70. Забейся. Защита. Сколько? 40. Нормально. Потом урон прокачаем. Сохранится. Обещи. А теперь можно, в принципе, идти. Вот, сейчас он нормально бегает, реал. Куда тут идти-то? Уже мина ебаная. А где дверь? А, вот она. Отлично. Так, мне надо детектива, да, уработать? Бля, аптечка заюзать. Тут даже еще есть. Еще одна, бля. Ну а что, нычек нет никаких тут? Что пишут-то? Архивная запись подопытной CB204. Архивная подопытная CB204 детектив. Этап 5. В ходе четвертого этапа подопытный детектив демонстрировал периодическую утрату самосмысления, безотчетные суицидные тенденции. Мы насчитали как минимум 4 попытки. Также наблюдалась поэтапная деформация тела недопытного. А, подопытного.
Несмотря на первоначальную положительную динамику восстановления, теперь этот процесс развивается в обратном направлении. К настоящему времени подопытный полностью утратил самосмысление. Внедрение чужого сознания является неотъемлемой частью подчинения СТЭМ. Память у подопытного дезорганизована, речевые навыки минимальны. Ах ты, блядь. Здесь сохранить сразу, ладно. А, это просто, я понял. Просто. Я думал, это сэп, я перепутал. Ну давай тогда уработаем, а чё нет? А, как обычно, с двух раз. Беги, блядь, сейчас сдохнешь. Мне пизда. Нет, я буду жить. Нихуя себе. Что с ним подобрать? О, спасибо. Иди сюда, братиш. Иди сюда. Тупу, слышь? Так дела не делают, служил. Сука, какая собака, а? Себя. Блять, опять ты. Тут мясо. Тихо, братва. Вас дохуя. Идем сюда. Бля. Сука. Сука. Жестко. Давай. Убил.
Убил, блядь, сука, последний момент. Ебать. С первого раза вышло, блядь. Думал переиграть буду. Спасибо за зарплату, ебать. Коктейль Молотова доступен, да? Ага. Подожди, я туда не пойду, у меня тут аптечки были. Контрольная точка, блядь. Где-то я аптечку видел, тут была. Ее надо найти. Блядь. Забываю про эту растяжку все время. Где она? Ну, одна под лестницей, это я в курсе. А все, уж не зайти, сука, хитро сделаю. По-моему, здесь аптечка лежала. Сейчас зеркну. Да нужны, нужны аптечки, ебать. Я думал здесь. Ладно. Я думаю, может на арену сходить, ебать. Поместиться немного надо. Подкачаться, так сказать. Здесь нет, нет. Получается, только под лестницей, что ли, осталось. Или здесь лежит, либо. Не, нету, только зря время потратил, сходил. Ну ладно, думал, есть. Под лестницей подойдет рыбок. О, сейчас лучше. Давай чекнем, что тут. Ну и чё? Блять, 80 очков, да хуя чудо. Защита 40. Не, конечно, мы урон прокачал. Да. Сохранился после этого еще. Ну, я думаю, можно на арену сходить. Прокачаться немного, потому что следующий босс будет не менее слабее или сильнее, ебать. Я чую, у меня чуйка, ебать. Что тут у нас? Давай посмотрим. А, ну это обычная стандартная арена, да? Ну да. Сдох, да? Блядь, чё мне урон наносится, нахуй? Это обычная арена, нахуй на нее пошел. Уже копеечки на нее пошел. Ах ты, сука, попал, блядь. Да, блядь. Да нахуй. Да кто в чувак? Надо бабки зарабатывать, готовиться к мясу, ебать. Бля, аптечек вообще нигде не дропается, ебать, у меня дига.
Бля, вот это сейчас превращаться начнет, его надо первым месить. Да. Ёб твою мать. Дайте аптечку, суки. Блять, аптечки нету, ёбаный в рот. Мне пизда. Иди сюда. Ну, а аптечка будет или нет? Не будет. Ну я главное, да, остался. Да. Да, это обычно, короче, сюда можно не ходить даже на. Это обычно. Пойдем, ладно. Дальше. А чё я прокачал-то, я забыл? А, урон на молоток. Куда я иду вообще? О, что это? Дневник дочери 8. Откуда здесь мой доктор? Я видела, как он шел к коридору. А 7 я проебал. Я тогда, получается, нашел. Ооо, я это место помню. Ладно. Есть аптечка? Охуительно, блин. На телепортацию. Ничего нету. Хуйня по одной монете попадается, блядь. Получен достижение вторжение в дом. Ты дохлый, да? Ёпта, что это за место? Только не говорите, что мне с Лаурой придется драться. Уж больно эти коридоры на ее похожи, блядь. Хотя ладно, чем мне бояться-то Лауру? Если ее можно мочкануть, то это очевидно, да. Так, я сюда пока заходить не хочу. Что я могу на 40-ушку прокачать? Защиту можно прокачать. Урона, чтобы меньше поступало. Где это хуйня? Здоровье. Защита. Бля, или здоровье прокачать. Я думаю, лучше защиту. Думаю, я чё? А вот записка. Дневник дочери 9. Наверное, я видел целую кучу ужасных вещей, но я этого не помню, поэтому мне совсем не страшно. Нет, что ты говоришь, блядь.
стоит побояться. Да. Там новая арена какая-то нарисована. Ой, 13 аж нихуя себе. Это не открывается, да? На аренку сходить, что ли? Да, попробуем. А что, если развлекаться так на всю? Вот, блядь, что это такое? Так, последний, понимаю, будет у нас это самое. Готов, чувак. А он нахуй прям на эти пики можно сажать туда. Брат, ты что сюда пришел? Я тебя звал. Давай, блядь. Не, подожди, братва. По одному. На нахуй. Опять ты жиробас, блядь. Дай аптечку, сука. Сука жадная, блядь. Слови. Дайте аптечку, суки. Чё жадные такие-то? О, бля. Ебать! Спасибо. Отстой, ебаная. Я ж один тут грохну, блядь. На нахуй. Тихо, вы что, нахуя-то так, чуваки? Блять, за этого чувачка крошите, кто-то за радость. Спасибо. Это очень умно. Так вот, нахуй. Нормально, изи. Я еще здесь и с полным хп остался. Счет. Ну и нормально. Так, теперь сохраниться бы нахуй. А, не, подожди. А, ладно. Сохраниться. Здесь. 70 очков, а теперь я могу и здоровье прокачать. Или нет? Что ж я могу прокачать? Мины, а нужны они мне? 100.
Я думаю, мины можно прокачать. Все. А ну и хп-то немного дали, блядь. Сколько нахуй, блядь. Главное, что защита на мощь вкачана, остальное хуйня. Все, я готов. Кто там у нас? Детектив, директива Мебиуса 05. Директива Мебиуса 05. Ликвидировать подопытного CB-205, солдат. Как и в прошлых случаях со смертью CB-205, деградация памяти вашей дочери замедлилась. Деградация остальных подопытных, напротив, ускорилась. Требуются дополнительные исследования. Одновременно с этим событием открылся проход в центр особняка. Кроме того, мы определили местонахождение подопытного CB-205, бывшего солдата. CB-205 необходимо ликвидировать. После устранения оставшихся подопытных ваших дочек оказывается единственным существом, обладающим какими-либо воспоминаниями. С другой стороны, остается большая вероятность того, что эти воспоминания будут искажены. Мы получим возможность установить приблизительное местонахождение оставшихся подопытных, однако их из степени деградации их памяти можно сделать вывод, что они полностью подчинены STEM. Дополнительная информация о появлении новой области в особняке указывает на связь с существованием по имени Рувик и предположительно является побочным эффектом ее присутствия. Мы не можем утверждать с уверенностью, что у STEM осталась какая-то часть сознания Рувика, однако в настоящее время девочка движется строго по прямой в направлении выхода за наблюдаемой области. Это изменение в поведении в большой вероятности вызвано влиянием Рувика. Рекомендуется проверить отчеты о прошлых событиях, связанных с Рувиком, а также изучить намерения подопытных по их индивидуальным стенограммам. Как много читать, ты ебать, уже язык отсох. О, дверочек совет. Отлично. Да я был там что-то. Знакомое место, блядь. Дохлый. Стоп. Где что было? Дневник дочери 10. Я не знаю, что делать. Я забываю, как зовут маму и папу. Уже 5 раз забывала. Не могу поверить, что такое вообще можно забыть. Надо сделать татуировку на руке или что-то вроде. А черт его знает. Что, есть здесь золотые монеты, нычки какая-то, нет? Пизда, ты чё? А это как работает? Блять, аж до конца. Нихуя мне хп сняли. Не, так нечестно, братан. Вы что, ёбнулись, что? А как мне драться, у меня хп нету. Я надеюсь, там будет аптечка. Что это? Нельзя взять, да? Ух ты. Думаю, мне здесь нечего делать. А как мне на ту сторону попасть? Ух ты, блядь. Дневник дочери 11. Эй, доктор, ты помнишь моего папу? Не знаю. О. Отлично, почти на все. Че у меня тут? А, нет, у меня совсем ничего не стоит.
Все равно то, что нужно, нечего вкачивать. Да. Нечего вкачивать. Тут 60 нужно. Тут вообще нихуя не показано до сих пор. Бензопила. И того 30 стоит. Не, не хватает, конечно. Ну, можешь аптечку хотя бы сует. Так, и чё? Стенограмма подопытной CB-205. Стенограмма подопытной CB-205 солдат. Это место похоже на сбывшийся сон. Временная отметка 01. Я здесь вообще не устаю, могу драться сколько угодно. Временная отметка 02. Эти парни туповаты, но настырны. Вот бы сколотить из них армию. Времена отметка 03. Меня уже тошнит от этих задохликов. Я их убиваю, а они все лезут и лезут. Временная отметка 04. Чуть за мной кто-то наблюдает, но меня так просто не возьмешь. Временная отметка 05. Да, я здесь наворчу все, что захочу. У меня теперь есть шайтан-труба. Временная отметка 06. Держитесь, уроды, сейчас как бабахну. Временная отметка 07. Такое чувство, что у меня в голове сосулька. Они хотят забрать мои мысли. Временная отметка 08. Я не из ваших. Меня никто не победит. Ура! Труба. Кто же может быть труба? Страшно, сука, ну ладно. Нам-то чё бояться, мы же профессионалы тоже. Ой, блядь, садись с РПГ, серьезно. Нихуя ты даешь, Вась. Да какой, чё это на два удара? Ну что это за босс-то, чуваки, серьезно? Пиздец. Я даже поразлиться не успел, сука. Чё это было? Чё он так склеился-то быстро? А очков-то за него сколько дали? О, магазин теперь может приобрести реактивный гранатомет. Нихуя себе. Вот гранатомет я куплю. Да. Чё я ему раз двинул, короче, ну все хп снял, чуваки, ебать. Это мощно. А, я забыл точно. Директива Мебиуса 06. Директива Мебиуса 06. Ликвидировать подопытного CB-210 псих. Влияние солдата устранено. Кроме того, мы установили местонахождение вашей дочери следующей цели. Темпы подчинения вашей дочери системы STEM существенно ускорились. Когда этот процесс завершится, спасти ее будет невозможно. Вам необходимо найти и ликвидировать подопытного CB-210 пациента психиатрической клиники. Дополнительную информацию вы не смогли установить, чем вызвано внезапное ускорение активности STEM. Влияние CB-210 или неким искажением, вызванным Руиком. Мы получили косвенные свидетельства его присутствия, однако точных данных у нас нет. Необходимо пересмотреть данные инцидента Руика в свете гипотезы, что сокращение числа подопытных приближает одного из них к ядру системы. Деградация памяти девочки избежать не удастся, однако мы работаем над новыми методиками с учетом новейших разработок. Передача информации в подвалах особняка сложена помехами. Осталось две цели, но получить их точные координаты затруднительно. Две цели осталось. Нормально вообще. А на какую кнопку инвентарь? Ладно, я пойду сейчас куплю РПГшку, короче. Ну, я думаю, мне бабок хватит. Сотка, как бы, есть. Или бег прокачать, что я хуй знаю. Бег. Или бег прокачать, что лучше-то, я без понятия. А сколько РПГшек стоит? Где она вообще? 80. Боезапас 2 штуки. Да не, лучше бег прокачать, давай пока. Да, что нет. Теперь я скоростной перец, ибо теперь я могу носиться как сука угорелый, отвечаю. У меня на все прокачано. Сохранится, да. Да-да-да. Ну что, чуваки, на этом серию можно закончить. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Увидимся в следующей серии. А не, хотя подожди. Что-то я забыл.
А, у меня 8 очков осталось, да? А как вот, на какую кнопку инвентарь поставлю? В принципе, нет. Все, чуваки, ладно, всем спасибо. Так, а это что такое? А, так у меня нет больше ничего, да? А как кидать это? Я не могу дозабрать ее. О, ну ладно, чё. Все, всем спасибо, всем пока.